Всем большой привет, друзья! На связи, как всегда, с вами команда Rockart.ru. Меня зовут Иван. Сегодня мы собрались с вами по очень важному поводу, друзья. Вы все знаете автомобиль, который находится за моей спиной. Это мой личный автомобиль Suzuki Custler, который я привозил под заказ для самого себя с аукциона в Японии, друзья, в декабре 2020 года. У нас даже было видео на YouTube, как мы ходили за... вместе с вами, я так это говорю, ходили в порт за этим автомобилем. Проходили лабораторию, какие трудности были у нас. В общем, было интересно, очень холодно было. Кстати, после той вылазки я заболел. Чуть-чуть поболел, температура была, кашель, но сейчас не об этом. Итак, друзья, сегодня мы собрались с вами на нашем канале, и я должен объявить, что этот автомобиль, друзья, в продаже. Suzuki Custler, мой личный автомобиль, во владении, в личном пользовании, так скажем, 1,5 года. Сейчас я вам подробненько про него покажу. Итак, друзья, мой личный автомобиль Suzuki Custler, который мы покупали на аукционе USS в 2023 году, в декабре. Точнее, в октябре это было, и в декабре он приехал наконец-то в Россию. Мы вместе с вами забирали его с таможни, проходили лабораторию, и все в таком духе. И пришло время его продавать. Не потому, что он стал меня не устраивать, или, допустим, начал ломаться, или еще что-либо. Нет, совсем дело не в этом. Просто хочется попробовать что-то новое. А что новое, друзья, вы уже совсем скоро узнаете на нашем YouTube-канале. Я также выпущу видео, где я расскажу, что же будет за следующий автомобиль. Итак, давайте теперь парочку слов о данном автомобиле. Suzuki Custler, 16-й год выпуска. Покупали на аукционе USS, не помню, то ли Осака, то ли Нагоя, с оценкой 4 балла и с пробегом 123 тысячи километров. Сейчас пробег у нас 140 тысяч километров, и автомобиль в прекраснейшем состоянии, в заботливых руках 1,5 года. Это, конечно же, друзья, регулярное ТО. То есть тачку я свою люблю. Я вообще все машины люблю, и клиентские, и свои. И ко всем машинам у меня очень щепетильный подход. Обслуживание. Все жидкости поменены на сегодняшний день. Это, конечно, масло в двигателе, масло в коробке. Все фильтра также, друзья, все поменено. Всегда я обслуживаю автомобиль и меняю масло раз в 5000 километров. Это вот для меня прям, так скажем, ну не то чтобы табу, но то, к чему я, так скажем, всегда отношусь очень серьезно. А на Кейкаре, друзья, я меняю масло даже чуть-чуть пораньше, не доезжая 5000 километров. Пришлось чуть-чуть поменять, друзья, локацию, потому что здесь на парковке меняют сейчас разметку, обновляют ее. Итак, давайте теперь кратко по автомобилю. Это у нас 16-й год выпуска, 4 балла оценка, был пробег 123 тысячи километров, сейчас 141 на одометре. Это гибрид, 0,7 объем двигателя, то есть K-Car, полный привод и комплектация J-Style. Двухцветный у нас окрас кузова, зеленый с белым, другая решетка радиатора, другой бампер, как передний, так и задний. Ну, вообще, это считается одна из самых богатых комплектаций для Хаслера. Автомобиль, друзья, постоянно регулярно мылся. Причем мылся правильно, моими собственными руками. Это была двухфазная мойка всегда. И когда автомобиль пришел, я сделал на него детейлинг процедуры. В частности, был отполирован кузов, покрыт керамикой, и частично был у нас автомобиль упакован пленку. А в пленку он был упакован по передней части. Это капот, это багажник, это оптика, это уши, это стойка, точнее полоска над лобовым стеклом и зона также под ручками. И еще бонусом задний бампер также у меня в пленке. То есть машина по передней части не боится камушков, от слова совсем. И крылья также у нас вот эти в пленке. То есть весь перед, друзья, в антигравийной пленке. На нашем YouTube было, друзья, большое видео, где я, собственно, и рассказывал об опыте использования Suzuki Custler, год в России, что же там случилось, я свои плюсы, свои минусы рассказывал. Здесь могу, так скажем, подытожить. Это прекрасный автомобиль-джип из семейства кейкаров, высокий дорожный просвет, полный привод. Никогда и нигде меня эта машина не подводила. Я очень доволен этим автомобилем и вообще не разочаровался в выборе ни на секунду. И, друзья, давайте теперь не буду я вас томить. Что же по стоимости? Сколько стоит этот автомобиль? Стоит данная машина 870 тысяч рублей.
Если вы наш подписчик или наш клиент, то бонусом я вам отдам еще и комплект зимних колес. Литье плюс резина. Резина хорошая, Bridgestone. Автомобиль на этих колесах и пришел. Именно на лете литье я покупал. Это летняя резина Goodyear. У него комбинированный салон. У него штатная хорошая магнитола с возможностью подключения, допустим, Apple CarPlay. Вот, пожалуйста, те самые камеры, все работают. Климат-контроль работает. Подогрев сидений, пожалуйста, доступен как водителя, так и пассажира. Здесь у нас порт для зарядки вашего телефона. Помощь при спуске с горы. Грипп-контрол, помощь при проезде неровностей. Комбинированный салон хороший, очень практичный, очень удобный. Коврики Ева с подпятником. Ксеноновая оптика. Светит хорошо. Вот, пожалуйста, друзья, пробег. 141 252. И, друзья, я должен еще сказать о моменте, который есть. Это вот такая вещь. Попал камушек. Пока ехал заделывать, пошла трещина, мне ее заделали. Просверлили, потом она пошла снова, я еще раз, так скажем, починил, и потом скол пошел. Ну, вот как есть. Оригинальное стекло, вот, друзья, пожалуй, одна неприятность, которая вот случилась за все время эксплуатации автомобиля. Ну, на самом деле, кузов к этому располагает, стекло находится под таким углом, что камушки летят сюда, так скажем, хорошо. Итак, салон очень... в классном сочетании, черная вот с такими коричневыми элементами. Здесь у нас ниша небольшая, здесь можно что-то положить, здесь у меня напихано всего. Задний ряд, дверь широко открывается, очень удобно здесь сидеть, сиденья в ровный пол складываются, можно их регулировать вперед-назад. Потолок тоже чистенький. И в Японии относились к автомобилю хорошо. И я, собственно, в России эту тенденцию продолжил. Пожалуйста, багажник. Здесь у меня катается бокс со всем необходимым. Но багажник не супер большой. Это надо полагать. Автомобиль в родной краске, друзья. Я его сам лично толщиномером проверял. Но любые проверки с вашей стороны приветствуются. Мне скрывать нечего. Машина в хорошем состоянии, и я за нее ручаюсь. Отправим в любой город России, хоть в Москву, хоть в Новосибирск, хоть в Краснодар. Объявление будет в описании. Переходите, смотрите, друзья, добавлю еще больше описания. Фото будут там же. Ну и стоимость. Стоимость 870 тысяч рублей. И повторюсь, подписчикам, нашим клиентам, бонусом я дам комплект колес зимних. Не знаю, что еще сказать, друзья. Если есть вопросы, пишите в комментариях, на все буду стараться отвечать. Автомобиль, в общем, в продаже, в наличии в Владивостоке, 1,5 года в заботливых руках. Записываю, друзья, эту часть видео уже финальную по скриптум после того, как смонтировал основной ролик. Еще в субботу я публиковал видеосообщение в нашем телеграм-канале. Если вы еще, кстати, не подписаны, обязательно подпишитесь. Там очень много полезной информации. Так вот, опубликовал кружочек о том, что я продаю свой Hustler. И мне буквально через пару часов написал наш клиент и сказал, что я хочу купить у вас автомобиль. И это на самом деле очень круто. И меня это действительно порадовало, то, что автомобиль уходит в руки нашим клиентам. Поэтому Hustler продан. Эту часть главы мы завершаем и переходим к новому. Пишите свои пока догадки, какая следующая машина будет, что же я себе купил. Очень буду рад видеть всех в комментариях. Обязательно пишите, говорите свое мнение. На все, как всегда, постараюсь ответить. Все, друзья, до встречи в новых видео. Всем пока-пока.